Давай сюда сходим. Реально интересно, что будет. А то, блин, только сюжетку выполняем, а потом такие скажем, да. Ну и вы мне скажете точно, типа, чё? Маркус, мы нашли среди барахла крутую штуку у слога Тайдис. И что там? Мы тут с Рэнчем рожаем план. Ты давай возвращайся в гараж, там все обсудим. Ага. Типа, о, проходил! О, еще новая операция, какая восстание. Вы мне скажете, о, проходил всю сюжетку, а дополнительный так и что-то не захотел больше, да? Мы с вами раньше-то проходили всегда, помните? А сейчас что-то вообще забросили. Я думаю, иногда стоит все-таки тоже попробовать, да? А то что? Может, реально что-то интересное будет. Блядь. Так. Так же давай сейчас сгоняем. Оп-оп-оп-оп. Сейчас приедем, я, короче, остановлю, проверю, сколько места. Я надеюсь, все будет хорошо. И все как раз таки влезет мне. Да. Блядь! Оу! Приехал, блядь! Суперхакер. Чтоб вы знали, блядь, громко и как надо. Ой-ой-ой. Так, ну-ка, пацаны. Все! Сейчас, погодите. Ну что, пацаны, вы готовы, да? Потому что тут хорошее название, кстати. Я не знаю, почему так написано, но... Ладно, все. Ну, вы поняли, короче. Может, реально интересно будет. Давай. Место вроде есть! Так что, я думаю, хватит. Давайте. У тебя есть пес? Нет. Я непослушный нуб. И хочу, чтобы АМБ вошло в мои порты. Бля, ну точно не такого я хотел, бля. Что нахуй? Ёб твою. Йоу, не думал, что ты такое любишь. Не парься, он норм. Понимаешь, проблема с брендом. И если кто-то захочет нас вздрючить, пусть начнет с меня. Ёб твою. Кого? Чё ты несёшь? Настоящая киношлюха и известный извращенец. Унизим его онлайн. Фолловеры наши. Не любишь его? Он разрушил жизнь моей подруги, подсадил ее на наркоту. Я убила его счета, а там, слово за слово, и мы с Рэнчем взорвали его винтажный кадиллак. Как же красиво он горел. Молодца, Ситара. Он снимает на этой улице в БДС-мане. Устрой нам шоу, Маркус. А ну опять! А кто же еще, как не я? Это что, порно-ломбард, что ли? Ага. Блядь. Сейчас увидим, короче, хорошие цены, надеюсь. Ай, блядь, так что, пацаны, да. Не, ну музыка, конечно. Сука, блядь. Давай. Быстрее. Как там твоя подруга? Ну. Приехали ее. Это был ад, но мы справились. Проблема в том, что если раз подсядешь, хватит и плохого настроения, так, чтобы сорваться снова. Погоди. И она сорвалась? Каждый год срывается. Прогресс есть, но этот гад испортил ей жизнь. Думаю, если унизить ублюдка, ей это поможет. Значит, сделаем. Да, конечно, сделаем, чё. Даже не сомневаюсь. Бля, то есть ты хочешь сказать, что тут они снимают, что ли, что-то? Серьезно? Ебать, сейчас все Блядь! Что ты делаешь, блядь? Да то времени у нас мало, пацаны. Вот так уже, наверное, час получается, да? В общем-то. Блядь, да сука! Подожди. Да мне похуй, блядь. Сука, а почему нельзя? Не понял. Сейчас тебе, блядь... Ой, блядь, ну денег, ладно, украл. Я хотел вообще это... Да, бля, $73, че ты? Не так уж много, повезло тебе. Так, хотел его взять преступником, а он, блядь, а зачем так подумал, да? Блядь, да что ты делаешь-то? Как мне пробраться? Вообще, у меня есть идея, но не, это не очень. Наверное, нет. Или стоп. Так.
Блять, не туда. Нормально. Но это не поможет. Да? Где? Опять же я начинаю не с того. Мне нужно вон вообще взломать там что-то. А все равно это херня. Че я, бля, придумываю? Погоди. На-на. Я здесь, а, бля, если что. Бля, да он не может допрыгнуть до туда. Нихера. Ладно, пойдем то с другой стороны. Не знаю, пацан, что делать. Так. Ой-ой-ой-ой. Опять включилось что-то. Не-не, точно не так. А то я так реально сейчас не успею, пацанчики. Пока я, блядь, додумаюсь. Опять же. Не знаю, что делать. Так. Тут точно... Зачем это вообще надо, я не понимаю. Для чего мне эта камера? Уж точно это нам не нужно. Вот здесь нам нужно вон взломать как-то. Стоп. Сейчас проберемся, ничего. О, тут рядом тусня какая, ебать. Так, стоп. Что-то он еще взял. А, так ёб. Наверное, проще-то вот так сделать, нет? Далеко же я могу, да, лететь? Во-во, вот и все. А вон эта тварь, да? Драчи. Уф, бля, нихуя тут. Я вас понял. Гачи-мачи, блядь. У-у-у. Так. Лютый этот ресторан со всеми прелестями. Ой, так и чё? Это типа, а, ну понял. О, блять, до свидания, ё. Так, ну это по приколу сделал. Надеюсь, меня-то не посадят за то, что я здесь. Так, стоп. Мне интересно, меня уже должны знать вообще в лицо, да, так-то, реально. Но, походу, что-то до сих пор нет. Так, получить... А, так это на джампере или пройти уже? Какого хрена? А как мне... Как мне туда попасть-то? Так, сейчас приближу. Готово. Реально, смотри, пошли куда-то там. А, не так же, как я идут, нихера вы, ребята. Так, опачки. А так тоже не пройду. Нихера. А тут надо на джампере, пацаны, на джампере надо именно. Иначе нет. Бля. Не, что-то херня это все. Затея. Погоди, погоди, погоди. Унизьте. Унизить надо. Бля, еще такой... Ладно. Такая фамилия, реально, или это никнейм, типа? Просто погоди, а как мне туда... Я уверен! Хотя нет. Не, это реально бесполезно сюда пробраться. Так, наверное, тоже мы с вами не пройдем все-таки. Просто, а как тогда? Если я здесь не могу... Тут тоже нет. Как тогда это можно сделать? С другой стороны, тоже сомневаюсь что-то. Что получится. Бля. Ебануться, погоди. Ну вот, видите? И что, ты хочешь сказать, что я вот тут пройду, что ли? Нихера. Нихера ж не, нет. Ну. Бля. Что ж делать-то, а? Это кого-нибудь зад... Здравствуйте, мэм. Не, херня, херня какая-то, а, пацаны. Что-то вообще не... Непонятно ничего. Так его что, там арестовали, нет? Долбоёбы этого. Уже должны, блядь, сюда нести. И все.
Мне интересно, как они прошли вообще. Так, так, так. Погоди, а мне надо вообще... Я думал, что я уже взломал. Получил этот код. Вот это что это вообще, пацаны, такое? Что это такое? Уебай, слишком далеко. Окей. Где получить мне код доступа-то? Я же вроде взял уже, нет? Погоди. Как я могу сюда вообще попасть? Вот интересно. Только вот тут, видите? А чтоб... Ага. Ага, да? Не, ну у меня есть план. Но насколько он хорош, я не знаю. Открыть двери. А, взло. Ну может быть, Ха-ха-ха! Ну уже, блядь, сука! Уже это, прокачан все-таки мозг на эту херню всю. Ну типа додумываюсь, да, как-то. Все-таки спустя время-то получается. Причем ни разу, пацаны, ни разу за все прохождение я ни у кого не посмотрел. Ни разу, я вам отвечаю, ни разу ни у кого не посмотрел ничего. То есть я прохожу именно сам. Так что я думаю, это заслужит уважения, реально. То, что я пытаюсь всегда сам своей башкой это все разобрать. Так что вот. Надеюсь, вы со мной согласны, блядь. Да, и поддержите меня, конечно же. Уй, блядь, ну и похер на него. Главное, что сейчас пройдем. Так что вот. Я вам говорю только правду, блядь. Реально. Так, я не знаю, мы сейчас успеем? Нет, блядь, таким образом. Что-то, блин, не сразу, что опять остановится там. А? Похоже, у группы вечеринка на крыше. Наш приятель может быть где-то там. Нет, вряд ли. За пределами студии он избегает людей, как зараза. И если внутри идут съемки, мы найдем его там. Это его стихия. Ага. Съемки уже. Бля, ну если съемочки, то вообще пиздец, да, ребята? Супер контент. Может, на следующий раз оставить вам, а? Это все. Реально. Или сегодня пройдем. Что-то уже много получается. Давайте, пацаны, короче, в следующий раз мы с вами продолжим. Да, реально, чтобы слишком не затягивать. А то слишком, блядь. Вот, блядь, опять я повторяю, слишком. Ну, короче, очень много сегодня получилось заснять. Поэтому давайте с вами продолжим уже в следующий раз. С вами был Косидая Некит, пацаны. Не забывайте про лайкосики. Подписывайтесь на телеграмчик, на каналчик. Если вам все понравилось, да. Также скоро выходит альбом. Я не знаю, когда это выйдет, блядь, видос. Но я бы попросил вас всех поддержать меня, да. Все-таки мы работали над этим проектом, так сказать. И реально старались. Хоть не все там вышло, что мы хотели. Но в любом случае, я жду вашей поддержки, как всегда. Я вам говорю спасибо, пацаны. И... Опять же, пацаны, это была игра Watch Dogs 2. Не болейте, пацаны, всем вам удачи и всем вам пока-пока, пацаны. Пока-пока.